друзья, всем привет! Сегодня я приехал на выставку декоративных роликов в парк Сокольники. Надеюсь, вам нравится моя экскурсия. Ну что, пойдемте. Друзья, начинается наша экскурсия. Смотрите, какая красота. Ой, это какой-то леопардовый. Какой прикольный заяц. А что за порода, не подскажете? Триколор Рекс, друзья. Ой, моется. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ой, какая шкура интересная. Мягкая-мягкая. Различные изделия из шкур кролика. Прикольно. Пойдемте дальше, друзья. Беленький вот есть. Бинос, что ли? Нет, не альбинос. Может, альбинос. Какой большой. Какой красивый. Так. Серенький. Смотри на меня. Напугался. О, как смотрит, слушает. Так, пойдемте дальше. Вот одни серые, друзья. Вот серенький. Они смотрят. Вот этот. Смотрите, как смотрит. Носиком чудили, сивили. Вот. Такие большие. Это тоже серый. Вау, это какой окрас красивый. Какой-то коричневый. Какой-то пятнистый, непонятно какой. Какой большой. Это рыжий. А так-то оценили что-то? Оценили его? Ой, черный какой-то большой. Что они все моются? Что вы все моетесь? Такие грязные, что ли? Все моются. Ой, это уже помылся. Ой, какая красотуля. Лапки то задние какие большие. Ой. Может, наберем? Все показывает. Какой большой. Ой, как лежит. Смотрите, как лежит. Как лежит. Носик, да? Носик, покажи мне носик. Смотри, куснет тебя. Какой большой. А что за порода? Мама, посмотри. Ой, какой интересный. Какой первый раз вижу. Шустрый. Они вялые. Они вялые. Вау, смотри. Поворачивайся ко мне, боюсь. Это не хочет поворачиваться. Ой, это спят, отдыхают. Привет, как дела? Отдыхаешь? Водичку пьет. Пьешь водичку? Персидский какой-то пьем. Ой, 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 какой. Обалдеть. Вытягивается, что ли? Он какой большой. Черный. А, дети, маленькие дети. Дети, дети. Кс-кс-кс-кс. Ой, это какой нежный окрас. Красивый окрас. Это зайчик, а? Это зайчик. Ой, какой большой. Кс-кс-кс-кс. Спит. Забор 50 метров. Это рыженький. Ой, какой большой, боже. Это что за гигант? Охренеть. Вот это зайчик. Май гад, какая лапа задняя.
красивый, пушистый. Слышь, морковку. Ой, ой, какой красивый. Ой, уж как все. Ой. Вот это да, я только первый раз вижу. Офигеть. Ой, шевелится, бегает. Ой, ой, все бегают, наверное. Привет. Черный, белый, пятнистый. Давай, отдыхай, отдыхай. Все, никого нету. Так. Это маленькие друзья. Привет. Как тебя звать? Ой, 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 любопытно, любопытно. Ой, привет, скажи привет. Всем привет, скажи, да? Ой. Хочу домой, скажи, заберите меня домой. Ой, как? Да, ой. Зачем спрятал своего товарища? Он же отдыхает. Как красиво спит. О, блаженство, просто блаженство. Офигеть. Какие красивые. Привет. Ой, какой серый, друзья. Большой какой. Ой, как интересно. Ой. Это какой-то пятнистый сказали. Да? Это пятнистый какой-то сказали. Рекс какой-то. Ой, какая у них мягкая шкура, а? Не бойся меня, не бойся меня, не бойся. Это большой. Смотрите, какой большой. Офигеть. Ну какой серьезный носик. Да, не подходи лучше. Большие. Гиганты просто, гиганты. Ой, великий. То, что у вас 50 метров идет, кролик. Привет, скажи. Привет. Он маленький. Ты мамаша, да? Большая мамаша. У тебя дети есть. Еще маленький. Большой самец. Ему хорошо. Если хорошего, сейчас муж подойдет, и я выберу самого лучшего из того, что осталось. Ой, какой красивый. А покажите мне, пожалуйста. Вау. Ой, какой хороший. А что за порода? Ну, новозеландский. Ой, какой хороший, глазки. Какой красивый. Офигеть. А у меня тоже есть кролик. Сказали, что у меня мясистая какая-то, мясная. Как выглядит? Ой, у меня вот такая обычная, серая какая-то, коричневая. Ну какая? Хорошая такая. Мясная какая-то, сказали. Мясная даже? Ну размера вот такого типа. Ну чуть меньше, чуть-чуть. Шиншилла. Советская шиншилла называется. Коричневая, ну обычная. А они бывают коричневые, да? Шиншилла. Или полностью... Особенно на холке, вот у них иногда бывает. Да, чуть-чуть да. Есть. Ну, это шиншилла. Такая вон умная досталась вообще. Вон они сидят. Такая умная. У нас их очень много. Серенькие, смотрите. Ой, спит, ложит, кушает. Кушает. Ой, а это кто? Кс-кс-кс-кс. Опять мойся, чистишься, да? Маленький какой спит, маленький. Все, ты слоухай, слоухи ты, да? Все, что такое? Что случилось?
часов. Что случилось? Что? Кто здесь? Хороший. Мы хороший. Ой. Все раздражают, да, тебя? Все раздражают. Какой серый! Ой, какой серый! Кс-кс-кс. Все моются, все. Все грязные. Кс-кс-кс-кс. Ой, какой хороший. Привет. Привет. Отдыхаешь, да? Отдыхаешь? Ты мой красивый. Красотура, какая красотура. Отдыхай, отдыхай. Не буду тебя тревожить. Здесь никого нету. А тут рыжий опять. Вот там. Так, там никого нету. Черно-бурый, черно-бурый. Какие большие, какие же они большие. Напугался. Какой черненький, серенький какой. Смотри, какой красивый. Ушу одну поднял, ушку. Май, обалдеть. Это спит. Завалился спать. Все надоели. Ой, ну вообще. Ой, какой красивый, как носик делает, шевелит. Такой пятнистый, белый какой-то. Ой, шевелится, шевелится. Все надоели, да? Идешь ко мне? Идешь? Ты мой хороший. А, ты спать хочешь. Угу. Ну чё, привет. Ну чё? Да чё трясёшься? Холодно, что ли? Что, отдыхаешь, да? Ой, смотрите, как разлёгся. Смотрите, как отдыхает. О, во всю длину. Ой, красавец. Потрогать бы тебя. Ну, нельзя. А это? Это кто? Не видно. Привет. Они все спят. Ой, какой красивый. Ой, какая морда. Любопытный, да? Любопытный? Не боишься, нет? Не боишься? Не боится. Друзья, смотрите, кого я нашел. Май гад. Какой красивый. Сидел в клетке, когда никому интересно. Нет, почему? Очень много подходят. Вот, потому что многие лапки тебя есть? Я из-за них, собственно, и приехала специально. Я вот хочу черного. Очень мало. А что за порода? Черноогненная. Огненная, друзья. Огненная. Видите, какая красивая. Подождите, я тебе ту самую, я его туда за... А такого там нигде нету. Я говорю, я думала, что их много будет. Нет, там нигде такие, там серые, черные, какие-то пятнистые рексы. Вот, я его немножко перекормила, мы толстенькие. Да, я вижу, что он тоже. Да, его надо немножко. Не надо, тебе не надо. Ну, вот и я про тоже, я думала, что он у меня... Огненный. Вот он. Костя, я боюсь. Костик, Костик. Это маленький. Привет. Ты кушаешь? Привет. Посмотри на нас. Смотри. Привет. Не хочет, не хочет. Так, я вам тогда смс-кой отправлю номер телефона.
Ой, какой красивый, не могу. Привет, ой, какой большой ты, какой ты большой. Май гад. Сколько ты кушаешь? Сколько ты сена кушаешь? Много, да, много кушаешь? Ну да, видно, видно. Это попу всем показал. Всем попу говорит, все. Это тоже попу всем показывает. Всем попу. И все, пукнул. Привет, серенький. Привет. 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 Ой, всем привет, скажи. Всем привет, всем привет. Всем привет. Так, это все. Всем Бог указал. Я тоже всем Бог указал. Это кабан. Друзья, смотрите, какой гигант. Кабан, это великан. Великан даже? Молодой еще. Все молодой? А какой же он будет взрослый? Каких? Ну, покажите, как я скажу. Какой большой. На мою крачку все это похоже. Голодный. Друзья, смотрите, какой красивый. Кушаешь, да? Кушай сено. Молодец. Кушай сено. Полезно. Друзья, а это шкуры. Это шкура. Какая мягкая шкурка. Какая мягкая. Ой, просто обалдеть. Какая красота. Мамку свою видел, мамку. Придешь ко мне? Придешь? Ну ладно. Вот еще показываю, друзья. Смотрите, какая красота. Мягкие-мягкие. Шерстяка мягкая-мягкая. Привет. За мамкой побежал, да? За мамкой. Малышу 3,5 месяца. А у меня тоже кролик есть. Какие? Привет, скажи. Всем привет. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, да? Скажи, всем привет, да? Сказал? Молодец. Тебе лайк, лайк поставить, да? Ой, красивый. Так, пойдем дальше. Привет. Привет. Тебя как звать? Тебя как звать? Боишься? Боишься меня? А что ты завалился-то? Что ты завалился? Я ж тебя снимаю. Ну как ты так мог? Давай. Мать Родина зовет. Тебе все достали, наверное, да? Хочешь спрятаться от всех? Ну красивый. Ну ты красивый. Ты... Ой, прячься, прячься. Все, спрятался. Тебя не видно, да? Все, не видно тебя. Ну ладно. Ну ладно. Привет. Это веслоухий, великий. Сейчас я попробую. Тоже не хочет. Ну что это такое? Поп показал всем. Ты тоже завалился, да? Ой, ты завалился. Ты так устал, да? Работал целый день, наверное, да? Ну да. На выставке, скажешь, целый день работать приходится. Какой красивый веслоухий. Ну ладно, спи. Привет. Ты маленький совсем, да? Маленький, ну ладно. Ты тоже большой какой-то кролик. Очень большой. Кушает, что-то думает. Слоухий. Привет. Что делаешь там? Кушаешь, что ли? Ой, какой красивый. Какая у тебя мордочка. Ой, а что ты делаешь? Ты хочешь убежать, что ли? Хочешь убежать? Не получится. Привет. Привет. Ну что там делаешь? Что ты там делаешь? Что там роешь? Что ты там роешь? Что там такое вкусненькое нашел? Ну ладно, работай. Это спит. Он спит. Вообще спит. Привет. Привет. Пробуй пальчиком.
большой. Смотрите. Это плохо показал всем. Не хватит, не хватит. Попробуй разбудить. Какой-то белый коричневый. Ва, напугался, напугался. Меня напугал. О, какой большой. Это такой же. Это только белый, черный. Красивые. Это веслоухий белый. Что? Что? Что такое? Привет передаешь, да? Привет передаешь. Передал? Кушать на все. Там что-то тешит без того, без ссоры. Что-то тешит. Привет. Что хочешь сказать? Что хочешь сказать? Что хочешь сказать? Скажи. Подписывайтесь на канал, скажи, комментируйте, скажи, ставьте лайки, да? Ой, ой, точно. Давай, встал. Смотри, морковки объелся. Смотрите, какой большой. Какой надутый. А там, видите, вот варежки. Это вот им шерсти. Его шерсти. Варежки. Офигеть. И кут, как барашку. Шерсть получилась. Ну, красивый. Вот. Барашка, точно, да, барашка. А, значит, вот там я вчера читала, планы на 16-й год, куда-то ехать. Ой, какой, смотрите, вот вы вытащили. Тоже пушистенькая шапочка с роликом, да? Хочу потрогать. А гора? Ой, да, боже, это что даже такая шерсть? Пушинка. Такая шапочка, 1200. Вычесывать его надо, да? Понимаете, его не надо вычесывать. Он сидит на другом полу. Царапать. Давай, давай, тряси. Oh, и поэтому он не сидит, не бывает. Плюшевый кролик. Вот. Держи мне, пожалуйста. Хоп. Вот это давай отрежем. Но только это мы не сможем на себя одеть. Это мы не сможем на себя одеть, но мы это. Ну какой красивый, да, так упирать вижу. Так... Почему колесик боишься? Ой, что? Какой мяшка. Ну, сено все-таки в шерсти. Он не сидит на сене. Он сидит на сене четырпалует. Он на выставке здесь на сене оказался. Для него это непривычно. А вот эти всякие пододерматиты. Пододерматиты грозят, грозят, грозят. Он тяжелый. Поэтому нужно обязательно трафик разгрузочный. Очень, очень они подвержены. У них очень нежная шерсть. Она легко, так скажем, выбывает, если еще животное... ослаблены и мало ли чего. Поэтому пододерматит для него вещь достаточно распространенная. Это да, такого первый раз вижу. Сразу хозяин пошел. Вот видишь, какой я тебе пиар устроил, тут сколько камер сразу же. Да-да-да. Это не я заслужил. А вот его добро, друзья, смотрите. О, какие мягкие, вот какие мягкие. Офигеть, офигеть. Она опять отрастает. Да, их как луковицу в баночку ставим, да? Как овцу. А, да, городская овца называют. Овца городская. Пойдем. Входим. Вот я опять вам покажу этого кролика большого. Деревянка. Дорогая вещь. Не, ну... Я покажу. Еще 100 с небольшим лет назад каждый жених своей невесте прялочку собственной работы дарил на свадьбу. Обязан был это сделать. А они все эти бабочки умели прясть. Сейчас все, ну, как бы... Ну, какой красивый. Маску все вижу. Да я.
Друзья, смотрите, кого нашел. Я красивая. Кто у вас? Кролики порода цветной карлик. Она сиамского окраса. Uh-huh. А вот еще у нас есть мальчик вот такой, он голландского окраса. О-о-о, крутой мальчик, ему я смотрю. Ему скоро 4 года, девочке год сейчас. Она уже крольчат нам один раз родила. Ты хороший. Уже мамаша стала, да? Да. Ты такая маленькая уже мамаша, ну как тебе не стыдно? Ну вот так, им так положено. Ну вообще, быстро-быстро эта девочка, быстро. Да, она молодец. Правильно делаешь, надо все брать в свои руки. Они есть еще и других окрасов, если что. Слушай, да они такие умные вообще, у меня тоже красиха. Мальчик, ну что, продолжай. Твоя очередь настала, да. Что не хочешь сказать, не? Ничего не хочешь сказать. Тимоша. Ничего не хочешь сказать. Тимошка. Он просто флегматичный очень. Да? Да, вот такой вот он любит сидеть, чтобы его не гладили, не трогали. Ну, серьезный, по глаза видно. Он как на моего кота похож глазами. Он тоже такой мудрый. Сидит. Они уже взрослые, да? Да. Да. У этого уже есть братья, дети. Были, да. Крольчата были. Хорошо устроено, у них уже дети есть, ну вообще. Так, это тоже ваши? Нет, это соседские. А, ну это наши, это наши. А, нет, это не наши. Наши вон там. Ну что, привет, черненький. Да, как тебя звать? Как тебя звать? Рассказывай. Что кушал? Что пил? Где, с кем, когда, во сколько? Да, пошел рассказывать. Давай, начинай, давай. Давай, какой любопытный, давай. Рассказывай, давай, рассказывай. Ой, аккуратно, давай, рассказывай. Давай. Тихаря, рассказывай, давай, никто не слышит. Рассказывай. Серьезно? Да ты чё? Да не может быть. Ну ты даёшь, слушай. Тебе не стыдно, нет? Не стыдно, нет? Ну ладно. Раз в жизни можно. Да. Ну ладно, давай. Я пойду к другим, хорошо? Все, давай, все. Я никому не расскажу, никому не расскажу, никому. Все, никому не расскажу, все. Все, я пойду дальше. Ой, ты тоже черненькая. Привет. Что-то нервничаешь, что-то нервничаешь. Что случилось? Что случилось? Зачем ты нервничаешь? Не надо нервничать. Хочешь гулять что ли? Ну ладно. Привет. А, я тебя знаю, я тебя знаю. Стой, стой. Это что за порода? Польский кролик. А, польский кролик, друзья. Польский кролик. Сейчас мне его покажут. Ой, какой красивый. Он живой еще красивее, чем на фотографии. Друзья, это мой друг. Ой, какой красивый. Какой красивый. Слушай, какой окрас интересный, а? Черный, и коричневый, и какой-то кофейный, ну вообще, бабы. Какой маленький, какой хороший. Ой, вот это тоже мне покажи девочку. Это девочка, да? Мальчик. Это мальчик, тоже рабовый мальчик. Сейчас девочка будет. Смотри, сидит, да, не убегает, ничего. Такой ручной. Ой, а это вообще какой-то. А цвет это. Это тоже польский? Тоже польский. Это марля? Да, головой марля. Кусаться. Ты что, кусаться умеешь, что ли? Ну ты плохой, ну плохой мальчик. Ну как-то так нельзя. Слизься. Будешь меня нюхать? Меня будешь нюхать? Будешь меня нюхать? Не надо меня кусать, мне надо понюхать. Да, теперь можем тебя погладить. Ой, как бы. Слушай, глазки такие. Ой, мальчики, девочки, кто на оценку? Ну что, кто побежит? Все, прячь, сейчас унесу. Ой, а вот это я не успел заснять хотя бы мальчика. Потом. Потом. Все. Друзья, вот так проходит экспертиза. Взяли, взвешивали, значит. Так, возраст.
Год, один год, два месяца. Сколько? Пропустил год, два месяца. Один год, два месяца, друзья. Какой красивый кролик. Килограмм 150. Килограмм 150. Ой. Без клейма. Порода? Карликовый рекс. Окрас касты. Это одна из показов. Ловите как раз наши очи белые. Как здесь. И поэтому на спине будет очень широкая средняя. 7 мм. Это дискомфорация. Счет белого подкручья на грудь. Экспертиза. В шестой. Белое подкручье на животе. Дисквалификация. На счет. Типа прекрасная голова. Хорошая длина и форма ушей. Хорошие крупные глаза. Это хорошо. Плохая форма. Чуть задняя часть, чуть выраженные тибетерные кости. Хорошая длина шерсти. Нехороший, неплохой. Это структура. Нет кучерявости. Это хорошо. Но по окрасу она чуть серая. Так вот, друзья, проходит экспертиза на выставках. Маловато. Но она никакая. Ой, какая красивая. Что вы, они все породные, все красивые. Нет. Ой, какой красивый. Да. Сидит грустненький, такой грустненький, сидит хороший. Ты же хороший, я же знаю, что ты ко мне повернешься. Да? И зачем ты отвернулся снова? Ну, что это такое? Ну, что хочешь сказать на камеру? Какой хороший, какой хороший. Тоже хорошие. Такие прям они все шикарные. А здесь никого нету? А здесь кто у нас? Как его зовут? Не знаю. Он моется. Кс-кс-кс-кс. Ой, красивый, шустенький. Моется. Ну что ты моешься? Я же тебя снимаю, да? Ты же чистый, ты же чистый, чистый. У тебя, в конце концов, рексы есть? О, ладно, мойся. Пускай. Друзья, смотрите, какой красивый. Сейчас на выставку пойдет, да, вот, на экспертизу. Да? Пойдешь на экспертизу, ну, короче. Боится, боится. Друзья, смотрите, мне кого еще дали. На вам. Смотрите, какой хороший. Смотрите, какой хороший, какой хороший, какой нежный. Это мальчик. Тоже сейчас на экспертизу. Видите? Черно-белый линяет, правда. Хороший. Красивый. Красивый, да. Ладно. Он бегает по клеточке. Бегаешь. Слоухи. Беленький. Привет. Привет. Сидят же, да?
там злоухий. Злоухий. Шевелится. Да хочешь пойти? Какие ты умные. Вообще, это королевский конь. Я не люблю это слово королевский. Ага. Это застыл на камеру, смотри. Застыл просто. Это не для ручки. Великий. Это я уже украл. Вы даже правильно сядете. Как спит, смотрите, друзья. Ой, ладно. Смотрите, друзья, бегает. Бегаешь, развлекайся, да? Уворотил. Бегает. Уши поднял. Ой, какой красивый. Как у тебя дела? Как дела у тебя? Все хорошо? Ну да, видно, что у тебя все хорошо. Продали тебе уже, все продали. Другой мамке поедешь. Да. Все. Ты сидишь. Какой красивый. Молодцы. Глаза красные. Боится, боится прыгать. Красивый беленький кулик. Он же живой? Он живой. Можно, наверное, да? Друзья, ну что, экскурсия подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.